Я читал мемуары тех, кто летал в первые дни войны. Они называли его самолетом мечтой. Если бы у нас был такой самолет, мы, конечно, говорит, намного, намного лучше воевали. Ладно. 0,94 квадрат. Вижу. Вражин. Здесь кто-нибудь наш рядышком. Высота. Я захожу с юга 0,94. 4. Идет тебе навстречу, он идет на юг, на солнце. Третий сектор есть кто? А, по инверсии еще, блядь, вниз справа. 143, третий сектор. Да, 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 всё, да, да. Ходи. Один убегает, второй догоняет. Ну, нашему помог, 6 снял. Хорошо. Так, если кто подойдет, 94-й, 2 мессера помог. Был бы рад. Ну, я на депоксом. Я в 0.94, но я гораздо ниже вас. Я меньше 1000. Я пока заклимблюсь. Сейчас буду спускать, значит, пытаться. Стрельбу вижу вверху. На инверсию это. Я одного пробил, задымил, сейчас будет, может, сваливать от второго. А, вот он. Блин, адепаться на всех высотах контакта. О, кто-то тянется за дымным, да? Наш тянется? Я есть снизу тянусь. Принято, да. принято. У тебя сзади место, он мной занят. Занимайся. У меня еще далеко до него. Так, у тебя 6. А, смотри, справа, сзади. Заход на кого-то. Мой мессер заходит. Вы как, про какой квадрат говорите? Так, крути, 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 крути. Так, вообще тебя... не вижу. Все, бросил тебя, бросил, бросил. Он был выше или нет? Он сзади тебя, прям сзади справа заходил. А со ножками кто это? Это вот дымный мессер, за которым ты тянулся, а вот справа от него инверсия прорисовывается. Это тот, который тебя пробивал сейчас. Да он не попал. Ну да, 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 он стрелял по тебе. А, не ты, может, был? Может, не я. Потому что я еще ниже. А, блин, ха. Значит, там еще кто-то наш. Еще кто-то наш. Так, вижу инверсию. Страшно. Так, давайте падает мессер на кого-то. Давайте опять попытаемся закрыть. Давай. Я там бомбу подцеплю. Чуть-чуть совсем вынес. А ты на чем пойдешь, Кирилл? На Иле. Я тоже его возьму. Они, короче, оба встали на тапок. И ну один, да, там... один, видать, в паре, один пробитый, другой сопровождает. Они четко на запад уходят. Может, получится, конечно, приблизиться. Сходите кто-нибудь с вами на арту, на южную. Блин, я далеко, я на трейнстейшн. Есть кто там рядышком с вами? Давайте на трейнстейшн сходим. Там ну, сейчас АМС, высоко. Ну, задняя обзорность очень хорошая, нет? У кого? У МС задняя обзорность хорошая? Ну все, задавал непонятно лучше, чем у красных. Нет. Просто я думаю, он крутится, а ведь меня не видит. Ждет меня, боится. Это нормальная обзорность. Ну, тоже дело привычки, да, там эти все переплеты мешаются, все, кажется. Че, я сейчас на инверсии, по-любому меня видит. Ты тоже на инверсии. Придется отпустить его. Нет, он сейчас со мной пытается вязаться. У Мига обзор назад. Нет? И у Шака, наверное. Под них ты, танкист, подныриваешь? Да, я вот под ними вот пытаюсь. Да. Пытаюсь как бы это, не терять их. Я где-то... километре от вас, может, чуть меньше. Сзади ниже. Один вот точно пробитый, он прям оборот избавляет. Да, я вижу, его вижу, радиатор. Да. Левый, да, который. Да. А вот справа он целенький еще. Так, а левый, походу, возможно, даже. На южную арту. На южную арту идем. А кто еще на Иле хотел? Я им, да. Ты взлетаешь? Да.
Я кружок сделаю сейчас там. Правый сейчас, наверное, будет заход строить. Нет, пока боится спускаться. Я тоже провоцирую, но, блин, не ведется. Вставай его сразу на курс. Тупо товарищи, мне кажется, сопровождают и все. Блин, и набраться не могу, они от меня убегают. Это ястреб слетел. Пеха порулила по дальнему. Эй, как далеко будет рулить? Блин, уже 7000 набираем. Нифига себе, космонавты. Это завяз? Это кошмар вообще. Так, а где две инверсии вот еще сошлись? Это ты с ними сошелся? Нет. Так, один вправо развернулся. Вот, один уходит прямо, и две еще. Второе на солнце уходит. И за ним еще один. Да, я за ним не иду. Ил, ты взлетел, не вижу. Да так нет, я походу застрял, я на пехе съехал. Блядь, ну, сколько инверсий. Так еще один, по-моему, кто-то пришел. Тут еще кто-то пришел, да. Да, ну это не смешно даже, ебать. 6000 уже почти. Нет, больше даже. Все, я пошел вниз. Кенкели, что ли, над нашим депоцем? Ёшкин кот. Точно. Какая высота в кенкеле? Синяя колба подошли. А нет, пешка. Извините, ребят. Подожди, наших депоцев нету уже. Они поворачивают на цель, на синюю. У нас есть PlayStation. Все. Так, я взлетел на арту. Куда? Какую цель бить? Следующую собрать. Кирилл, я взлетел. Или... Сейчас арту бьет, наша еда. На синюю арту, да? Все идем. На синюю арту. Все, ну, пошли. Не все, но надо хотя бы пару тройку истребить. Над нами синячок, но сам. Блин. Старайся над лесом идти, не выходи на озеро, не выходи, дай вправо. Он уже заходит. Нет. Мне стрелок орал. Слушай, это синяк упал, оказывается, нифига себе. Но он такую скорость так, набрал, что... Так, нашу ЖД-станцию там колбасят. В общем, я пока рядом, я, наверное, попробую там что-нибудь прикрыть. Так, я тоже иду к нашей станции, но у нас здесь синяк, две инверсии минимум. Частуется, парни. Частуется? А чё? Дымный, у их депоцы, кто? Наш, чужой? Я, за МСМГ. Кирилл, чё синяк, взлетать не дает? Нет, он ушёл, набирает высоту. Ты атакуешь его, нет? Там да это, кажется, нет. Наша пешка. Наших пешек какая тут пешка тут помеса над синим депоцом, наверху и внизу. Над синим? Над синим. Все, кружу это над луками, над самими, да? Сейчас я прекращу, они меня пешки снесут две. Атака, еще один як. Так, парни, пробили. Не дай вижу вас, ох, как вы низко. Пытается. Мы отходим. Вижу. Еще кто-то подходит. Еще одна атака на наш. Нет, это синий. Да, за мной. Кирилл, на юг, а что еще? Нет, на запад, на пол квадрата на запад, синяк над нами, мы вот... 129-й, да? Отхожу, у меня топливо хлещет сильно. 129-го подхожу, Кирилл. Смотри, 129-й, сектор 3, синяк над верхней. Так, кого сейчас пробивали, еще раз падает. Дымный пробивали над луками. Ага, вижу. Блин, потерял. Так, Хенкель идет к нам на депо. Кирилл, только ты по нолям? Мы по нолям, да. Блин, не вижу, слышу. На депоцем жесть, что творится. И Хенкель, не на депоцем, к этому идет Хенка. К нашей станции. Попробуй хотя бы подсветить дымочку. Где, где, подскажи.
Над луками сейчас проходит Хенки. Луками проходит высота. Ой, D3. Слушай, подожди. Ты сейчас снимем, она не дойдет. Чё мы на арту тут пошли, блин, там? Так, пробил, но, блядь, не дымит, сука. Она пролетела? Или еще пролетает? Над луками сейчас проходит. Да, задымил один движок, черным, смотри, дым. Так, парни, мы пошли на стейшн. Угу. Так, у меня топливо 0, я домой. Второй движок задымил. Блин. Один дым черный, один дым белый у Хенкеля. Так, у нас о, метр. Синяк, атака, атака. Вижу. Так, куда он делся, блин? Прям перед нами. Опа-па, кто-то столкнулся. Все, у меня топливо 0, движка встала. Блин, ё-моё. У нас синяк по нолям атака. Так, Флинт, ты ниже, там два синих катаются. Я вижу, вижу, там еще Хент. Это вижу. Штуку тоже такое. Ну, так, и аккуратнее к тебе, к Хенкелю идет синий. Мессер. Ястребы, сходите хотя бы один с силами. Тут нас дергают синие постоянно. Сейчас последний этого за сами и придут. Я возвращаюсь, осталось. Пониже немножко. Пробитый. На южной станции Трестеш не очень много контакта. Очень, надо всей авиацией туда идти. Ну, все, да. Пойдем. Ой, штука заходит, сволочь, давай, догонись. Так, еще раз. Серёг, ты за мной идешь? Я за тобой иду, да. Я потерял синяка. Ну давай попробуем прорваться. Ну блин, я это снес стабилизатор. Стабилизатор кили снес штуки. Она спокойно бомбилась, точно. Парни, есть кто-нибудь свободен? Ястреб. Сейчас будет. Куда подойдем, скажу? Подойдем. С силами сходите, вы в 111 квадрате идут к стейшн. Да. Сейчас. Нас по нолям атаковал синяк, исчез куда-то, слился. Он полетел над трейстейшн, мне кажется. Кто-то стрельбу видел вдалеке. Им точка пролетела. Серега, какой сектор? 111 пятый сейчас зашли. А, вон синяк, смотри, спереди слева появился. Высота. Низко, да он низко. Флинт, вам там много лет что-то. Мне сейчас пипец погода. Причем... Ты где, Флинт? Ох, пробили меня. Ил, смотри, слева сейчас наша. Будет лоб атака, скорее всего, спереди слева. Я над ним же, но, правда, я на 1000. Ну, тоже на 1000 фок. Не желаю искать. Блин, сейчас... Западнее. Он за поле видимости подзашел. Юго-западнее, смотри. Да только что кто. На меня. Да-да-да, я иду на юго-запад за облаком просто спрятаться. Вдоль дорожки. А, все, вот ему на 6 скопосел. А ему. А на нашему еще потом на 6 сел. Короче, с какой больше завяжется. Так, я вижу еще один якорь у вас здесь разворачивается. Или ник, или якорь. Он якорь его сбил, походу. Хорошо. И теперь у него 6. Так, Илы, Илы, где теперь Илы? Илы, вы еще летите? Да, летим. 111 там еще, 210 перешли. Слушай, что там за самолет? Ил, погоди секунду, сделай кружок, я посмотрю от нас кто-то. Мы сейчас находимся 110-й, 6-й сектор. Так, а ножки дал там кто синий, да, не скажите. Кажется, я все, он от нас уходит, да-да-да, пойдем. Все, она развалила эту штуку. Так, у тебя, на тебя заход, ты кто со мной? Кто со мной? А, нет, якорь, нет, якорь, это якорь, я, сори. Это якорь, это якорь. И вы сейчас находитесь 110 и 8-9. Это якорь развалил этого мессера, да? Получается? Да, да. Все, а я на миге за ним шел. Якорь вообще молодец, конечно, он сейчас двоих только что снес. Красава. Так, ну я что-то без этих, без пушек я отбегаю. Блять, у нас вулчат чистовится еще. А что такое, мотор все время выгревается? А, жидкость, вода, наверное, выцепала. Все, он уже греб пошел. Время посадки не дотягивает. Так, ну мы подходим. Видеть. К стейшн.
контакт. Вы к лукам, да, Кирилл, идете? На 11 часов контакт. Мы к лукам идете, арту пока мы собирались закрыли, мы на лук, к лукам подходим. Все понял, там инверсии куча, правда. Так, Кирилл, нас двое на 10 часов. На нулях. Блин, там надоело, это я. Да тут много кого, ладно, пойдем чё-нибудь. Так, и над нами наш ястреб, здесь наши пока все. Мы сейчас подходим из... Не, ну не гад, конечно, на высоте я лучше себя чувствую, чем внизу. Интересно, это на инверсии. А есть на инверсии наш? Над луками. Ну там на семерке одна лавка была, кажется. Вижу его. Сейчас на его зайду, так потренируюсь просто. Так, а выше илов, кто над илами сейчас? Видите контакт? Все с юго-запада идет. Да есть тут контакт, тяжело понятно, чем. Так, и у нас там... Мессер, мессер, над илами мессер. Кажется, Хенка. Над илами мессер, тысячи две, две с половиной. Он пикирует на них, да? Сейчас... Пикирует тоже мессер, пикирует тоже мессер. Флинт, аккуратно, у меня одни шкасы. Капот на кого-то, внимание. Илы, 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 пикирует, илы пикирует мессер на вас. Атака. Атака, первый ил, сзади, сзади, отзади, сзади. Крути, 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 крути. Первый, кто идет из илов, крути. Все, наверное, бросил, 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 бросил. Я захожу, там над ним еще один был. На Хинку пойдет, только сволочь закроет нашу цель. Ух ты, как крутанулся. Так, у нас еще одна атака. Еще одна атака. Уходим вниз, вниз уходим. Давай попробуем прорваться. Достаешь? Давай, давай. Молодец. Так, парни, нужна помощь нам. Так, все, я бегу к вам, Кирилл. Это вас задымил, но не сбил. Я не думаю, что будет убегать. Ага. А вас вижу, а за атаку вижу, не вижу. Вижу, мессера вижу. Все, мессер на яко заходит. На нас на атака, нужна атака на нас. Это я справа, слева был. Все, 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 все. На кого? Все, заходим, на мессера. Он вышел из атаки. Пойдем к станции. Так, 6, 6, 6, кто над илами сейчас прошел? 6, влево, это влево, вверх. Это у мессера 6, это у мессера. Ох, а, нет, это ты? 6. Бляха, мог, так, я же говорю, 6. Так, заход идет с юга. Блядь, я сзади. Пробуй, пропускай. Я слишком сильно пробит. Я пойду на восток. Там сброшу с парашюта. Блядь, у меня тоже одни шкасики. Ты пошел. Тянет, тянет за тобой, тянет, блин, аккуратнее, блин, тянет. Блин, я думал, я за мессером иду. Тянет, 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 тянет. Пускай себе тянет, что теперь делать? Вот, я к тому, что аккуратнее. Весь распускается, внимание. Мы, его... по-моему, так, 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 так. Откуда же? Висит, висит, юга. Висит, висит. Висит, продолжает висеть. Давай, бомбим цель. Не бросай. Дымный, кто меня идет? 6, на 200 где-то. Это наш? Так, атакуй его. Ай-яй-яй, как так? Я начинаю бомбить землю. Тут еще крутой. Давай, я за тобой. У меня там что-то много штук сзади у меня. Один я, у меня 6, и у тебя 6, короче. И Хенкель дымит. А, еще лавка тебя прикрывает. И Хенка, да-да-да, и Хенка дымящийся перед тобой. Сейчас, что там? Нет, скажу на поезд. Блять, подожжёг. Я не стал стрелять. Прыгай, короче. Тоже горит. Оп. Нет, он упал. А, мы над нашей уже... Блин, а Хенкель, Хенкель откидался, что ли? Вижу Хенкеля. Ай, блядь, прилетел, ты прикинь, да, а? Блин, этот Хенкель загорелся, представляешь, а его... О, меня проатаковали. Но он не донес, по-моему, он не донес толком. Ну, вроде донес, как. Он там... А, донес, он на упал. Засранец. А здесь штука, еще нет. Штука, ребят, штука над этим отбомбил. Смотрите, он сколько истребителей убил, видите, да? Хенка троих убил, а там бомбил. Привет. Минус 300 бутылок. А кто с ножками мессер летает? Штука бросается на стейшене. Есть наши над стейшеном? А, вижу заход на нее.
Так вы вдвоем тянете за ней, аккуратно. Так, Ил, на встречу заходим аккуратно. Блин, а что за 3 ПК? Ну там 300. За ПК-шил бомбы и троих. Да. Что-то у меня ничего не выносится, блин, я это кидаю, не пойму. А это, наверное, просто не пишет. Комп вылетел, блин. На самом деле попадаем. Ух, ничего себе. Это столкнулись, что ли? Я появиться нажал и взорвался. Парни, подходите к стейшену, к синему. Мне кажется, так, кто атакует на лавке 6? Ниже, 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 смотри. А, блядь, нет, сори, сори, боже, як. Блядь. Кто дымный южнее стейшн? Там ну, як этого гоняет то ли штуку, то ли мессера. А южнее? Нет, это на севере, северо-запад, скорее даже. У нас опять здесь синяк. Так, блин, вижу... со ножками наша. Пешка, пешка, пешка. По-моему, пешка. Так, парни, пешка помощь. Пешка принята. Нужна. Так, у тебя 6-6. Хер там пешка. Два синяка. Три пешка, блядь, не пойму. Лошара. Меня атаковали. Парни, штука идет. Севернее, синий train station. Все-таки была 110-ка, блядь. Пытается порваться. Блин, опять мне выбили руль высоты. Что ж такое? Чё, Кирилл, ты откидался? Кидался. Неуправляемый. Давай, ходим. И неуправляемый. А, пешка, значит, нет, пешка все была, все да. Просто я тоже понял, что пешка у меня. А она кинула на стейшн на наш. Все, я прыгаю. Хотя написали бы, что свои цели, типа. В каждом вылете руль высоты. Как меня это забрало. Ты там остался с двумя мессерами, меня сбили. Фока над стейшн. Все. Мы проиграли. Добили нашу цель сами. Эх. А, блин, атаковали меня? Кто фок угонит, 6, смотри, меня пробили за тобой. Так, народ, от стейшена отхожу, меня атакуют. В каком от стейшена районе? От синего. Практически над самой чем мне писали, уже второй раз пробил эту станцию, а может быть даже не раз, много раз. Да это не русь какая-то, скорее всего, не вдупляет, что мне пишут. Офигеть. Что у них заговор? Чё Джокер пишет в спешку? Что сами мисяки его не трогали, а он нашу цель долбанул. Ааа, офигеть. А он не зря он с ножками-то летел, блядь, на пешке. Красавы, чё. Ну хоть так побеждает, это ладно. Подожди, должно же писать штраф за огонь по своей. Я тоже верю. Но это пишут ему, я не покурю. Нам. Нет, всем пишут. Ну, сервер, правда, сейчас, по-моему, ничего не пишет. Перестал писать.